Всем здравствуйте! У нас сегодня 28 марта. На улице идет дождь. Котику нашему скучно. Требует к себе внимания. Он любит на улице, конечно, больше энергии у него уходит, а дома. Дома ему скучно. Видите, что делает? А лапки выйти мочить он не хочет. Зузя где-то на улице. Ну да. Новые шторы можно поцарапать. У нас длинные выходные. Я налепила вареники с клубникой. Дети очень любят. Конечно же, приедут внучата. И у нас в огороде мы прячем подарки им. И они ищут, ну, такие мелочи, знаете, шоколадки, там какие-нибудь маленькие игрушечки. Вот. Деда с бабой купили, и буду в воскресенье или в понедельник, смотря когда они приедут, и будем искать вместе с ними яички. Ну, а на улице у нас идет дождь. Цветочки цветут, красивые. Гиацинты, примулы, нарциссы. Скоро вот тюльпаны уже будут. Смотрите, какие розовые. Вот такая уже роза плетистая. Уже какая зеленая гортензия. На улицу не хочет, в дождь не идет. Вынесла на дождь драцену, пускай постоит чуть-чуть под дождем. Буквально на полчаса. Думала сегодня выйти на улицу, заняться клубникой. Мне надо ее сеном обложить, чтобы слизняки не лезли и чтобы клубника была чистая. Ну, так как пошел дождь, там Афаня. На улицу мы не можем выйти. Вот видите, здесь у него у Зузи как мокровато. Это я их обработала от клещей и от блох. Два раза в год я это делаю. Покупаю такую жидкость Дэми и мажу им шею наверху, чтобы они не доставали. Вот, а у нас такая погода. Там стоят камушки. Надо будет их мне помыть. Может, где-нибудь я их еще применю. Всем хорошего дня, хорошего четверга, несмотря на любую погоду. До свидания. О, смотрите. Зузя пришла.